преподаватели православной школы на торжественный ритуал первого звонка построены. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Всех рад видеть на ступенях нашей школы, нашего парадного подъезда. Все здоровые, все отдохнули, все загорелые, несмотря на наше уникальное прибалтийское лето. Тем не менее, церемония первого звонка является открытой. Закончилось лето. Шел праздник знаний, учебы, отмен. Дети, родители, учителя, с праздником вас поздравляю, друзья! Кажется, будто вчера мы стояли, веселое время каникул встречали, которое после учебного года давно началось, но царица природа неумолима, и месяцы лета в прошлом, и школьная форма надета. Пара минут и первый звонок вас позовет опять на урок. Школьные двери вновь распахнутся. Завтра учебные будни начнутся. Ну а сегодня праздничный час. С праздником мы поздравляем всех вас! Сегодня в этот день веселый знакомим всех мы с нашей школы. Начинаем мы знакомство с одного простого слова. Это слово всем известно, и звучит оно «директор». Слово предоставляется директору школы Иванину Андрею Владимировичу. Дорогие друзья, я уже несколько раз вас приветствовал, несколько раз с вами здоровался. Я думаю, что для одного человека достаточно. Я лучше передам слово представителям городских властей от имени города. Нас приветствует заместитель председателя городского собрания Александр Ефимов с красивым букетом. Да, действительно, мне очень приятно быть сегодня на вашем празднике от имени Нарского городского собрания и от имени депутатов городского собрания поздравить всех вас с началом учебного года, пожелать всего наилучшего, сказать добрые слова, слова приветствия, какие-то напутствия, первоклассники. Я хочу сказать, что мне всегда приятно бывать на ваших праздниках, рождественских праздниках, пасхальных праздниках, сегодня праздник. Приятно, потому что всегда очень радостно видится светлые улыбки. И очень хорошая такая добрая атмосфера, которая вот влияет и воспитываешь ее, и как-то сам удовлетворяешься. Но сегодня праздник, у праздника всегда есть кто-то главный. Думаю, согласитесь со мной, что сегодня самое главное на нашем празднике, вот пятеро, да? Пятеро ваших первоклашек, которые пришли в эту школу. И обращаясь к родителям, родителям или бабушке, дедушке, наверное, здесь, если кто-то привел первого ребенка, то это не ребенок пошел, не только ребенок пошел в школу, это и вы пошли в первый класс, вам придется проходить эту программу школьную, это увлекательно, поверьте, я родитель восьмиклассника, уже не все, не во всем могу ему помочь, но со всех сил стараюсь. Поэтому, конечно, деткам будет нужна ваша помощь. Конечно, нужно и вам и силы, и терпения вспомнить то, что вы когда-то в школе учили. Но наградой вам будет, конечно, радость. Радость за достижения ваших детей, радость за победы ваших детей. И будет награда вам гордость вашими детьми. Поэтому помогайте. Я хочу сказать, что вот вы, родители первоклашек, вы сегодня этих первоклашек привели не просто в школу, вы привели своих детей, вот на мой взгляд, как Андрей, я вашу школу воспринимаю, вы привели своих детей в большую, дружную, добрую семью, школьную семью. И вот с этим школам, на мой взгляд, ваша она и уникальная, и особенная, что вот у вас такая дружеская, хорошая атмосфера стоит в вашей школе. Ну и, конечно же, очень приятно, что именно в вашей школе, помимо знаний по предметам, которые ну, вот, необходимы современному человеку, он должен быть грамотным, безусловно, уметь и писать, и считать, и иметь определенные знания по всем другим предметам. Так вот, равно с этими знаниями вы прививаете детям вот, истинные, традиционные вот, наши христианские ценности. К сожалению, в нашем мире можно быть грамотным человеком, но встречаются такие люди, которые ну, грамотные, но образованные, но человеком иногда не всегда можно знать. Без этих духовных доминант, конечно, в нашем мире очень тяжело, и ваша
вашей школы эти доминанты дает детям. Это очень здорово. Первоклассники, я поздравляю вас с вашим первым учебным днем. Я желаю вам учиться только на 5. Я желаю вам научиться учиться. Я желаю вам научиться работать. У вас будет очень много интересного на этом длинном, может быть, иногда тяжелом, но очень интересном пути. Вы научитесь дружить, у вас появятся новые друзья, у вас будет первая любовь. У вас будет всего очень много интересного. Вы только глазки и уши держите открытыми, слушайте, что говорят вам ваши учителя, старшие товарищи. Ну и всем ученикам школы я желаю успеха в этом учебном году. Лето пролетело быстро. Будем надеяться, что учебный год не затянется. Получайте знания, получайте хорошие отметки. Радуйте своих родителей, своих педагогов, но потом прославляйте свой город. Разрешите от имени городского собрания, родителей от вашего имени, лица директора школы, поздравить педагогических коллективов школы. Поддержка со стороны городских властей не будет истекать ее разговор. Я тут не говорю. Спасибо большое. 1 сентября мы чествуем отличников учебы. Вот они, гордость нашей школы. Кузнецова Диана, Иванов Евгений, Силова Дарья, Петра Алекс. Светлой сказки в школу вы пришли. Счастливого пути вам все желаю. И парты ваши, словно корабли, сегодня в рейс волшебный отплывают. Друзья, вы представляете, у нас сегодня чудо. Ведь мы на школьный праздник собрались. Сюрпризы поджидают вас повсюду. Уже волшебные огни зажглись. День необычный сегодня на свете. Музыка всюду, улыбки и смех. Школа открыла двери для всех. Грустите, девчонки, мальчишки, по играм, затеям и сказочным книжкам. В школьной жизни волшебство не кончается, сказка и здесь продолжается. Где же меньше из вас? Пусть сюда сейчас выходит самый первый, первый класс! Осень кружит листья золотые, и в прекрасном золотом дожде хризантемы белые большие засверкали звездами везде. Это первоклассников цветение, пору золотых чудесных дней. Это новых звездочек свечения и полетов белых голубей. Первый раз бежат ребята в школу, первый класс зовет внимание всех. Это праздник первый, самый новый, принесет победу и успех. Это в жизни новая дорога, долгий и порой нелегкий путь. Будет светлых праздников так много, только этот праздник не забудь. Первый в жизни самый лучший праздник. Сердце бьется в маленькой груди. Ты уж не шалун и не проказник. Все твои забавы позади. Моя милая малышка, моя дочка родная, сегодня поднешься и вернешься домой. Немного мечтала, что станешь большая и милая. Вот у нас стала перестанется в ней. Вот мы тут как у нас носит. Ты слышишь, за окнами птицы поют, деревья шелестят. Наступил первый день сентября, и вы стали уже первоклашками. Теперь перед вами, друзья, рада дверь открыть, школа наша. Пусть же будет вам здесь хорошо. Вы узнаете много, поймете. Вы откроете мир, он большой. Вы подружитесь и подрастете. Клятва первоклассников. Клянусь уважать учителей, слушать их внимательно и не считать ворон во время урока. Клянусь! Клянусь не отвечать родителей двойками и единицами, поломанными стульями и исполнениями.
учиться честно. Не списывать, получать хорошие оценки. Клянусь. Клянусь дружить с ребятами, не обижать малышей. Клянусь. Клянусь дружить с книгой. Клянусь. Клянусь делать по утрам зарядку, закаляться и не болеть. Клянусь. Клянемся с достоинством нести звание учеников православной школы. Новый год открываем, пусть звенит наш школьный звонок. Колокольным звоном встречая всех пришедших на первый урок. Я звонил последний раз 25 мая, и тогда им сказал, весну провожая, отдыхайте, загорайте, веселитесь, не деритесь. Книжки разные читайте, обо мне не забывайте. Вот теперь звоню опять, чтобы в школу вас позвать. Год учебный начинать, знания новые собирать. Вместе всем учиться, дружить и веселиться. Всем спасибо, что пришли и улыбки принесли, море ароматов. Здравствуйте, ребята! Начнется у нас долгожданный урок. Вы эти мгновения в сердцах сохраните и радость от них сквозь года пронесите. Звоните, звоните, звоните. Вот, ручку возьми. Вот, звоните вместе. Звони, молодец, звони. Звени звонок. Хорошо, спасибо.